Это голубь перед зеркалом сам себя видит и видит соперника и отгоняет его. Сегодня Пасха, 8 апреля 2018 года, вот я выпустил их. Прям в зеркало носом уткнулся и нападает. Он не может понять, что там нет никого. Видно, что зеркало это. А у нее жены сегодня второе яйцо вышло. И этот малыш, вот я его выпускаю на прогулку. Вот он повернулся, головой дергается. Там у меня Володя сидит, занимается. Утро раннее мы встали, повели. Звонит, мы христосуемся. Хочет отойти, но боится, как бы тот не улетел. Рассматривающие черты лица своего в зеркале. На полном серьезе бьется. Потихоньку можешь заглянуть, Володя. Потихоньку. На моем компьютере старом он сидит на процессоре. И клюв туда на зеркало и так ведет к низу, а тот за ним. Вот это он. Вот так война идет вот с утра. Вот на меня сейчас звонил один, он пишет стихи и музыку. Сергей Попов Ладанов, как он подписывается. Руководитель, там преподаватель в Центре творчества железнодорожного района города Барнаула. И говорит, слежу за вами тут, сколько на вас нападок, это бы никто не выдержал. Вот сегодня пасхальное утро, ну я не знаю сколько, ну человек, комментариев 30 матершинных. Матершинных прямо, двухэтажными, трехэтажными, бессмысленно. Ну, видимо, заряженный робот. И потом про свой с детьми где-то мы или делаем что-то. То есть не по делу, их не утишить никак нельзя. Почему? Можно тайно делать. Не имя, нету. Придумали даже не имя, а ник. Аватар. Видишь, как вот. Ад! Придет время, когда все это обнаружится. Вот опять сунулся. Это все придет когда-то. А когда лично с ними, с этими людьми встретишься, они помешанные, дурные. Ничего не знают, у них все вышиблено. И он нос воткнул в зеркало-то и водит кверху к низу на самого себя. Мне нельзя шевелиться, поближе подойти. Такие пакости всякие пишут. А другие насмешки. Как вы держите? Да с Богом, это награда. Радуйтесь и веселитесь, когда имя ваше понесут как неугодное. Неугодное Сыну Божию. Сыну человеческому. Стоит, как оправился, и дальше. Вот птицу нельзя отучить ходить, чтобы в одно место. Это не собака. Кошку можно, а это нет. Вот пусть какой там, кто, специалист, как Дуров. Нигде у него этого не было.
чтобы птица у него там не гадила. Ну, как гадила, оправлялась. Один художник такой, да я любого могу. Он говорит, не любого. А докажи. А говорит, а ты вот так сфотографируй, не крадучи. Да крадучи тебе не удастся и Гитлера, и Сталина. Конечно, побрось. Но он приехал в Советский Союз. Гитлера далеко фотографировать было. Он на народе все время ездит из города в город. И там тысячи фотографий можно было делать, вплотную стоять. А Сталина никто не видит. И он тогда с одним познакомился из Кремля и говорит, что на Западе молва идет, что Сталин больной, и за него другие правят-то. И тот Сталину сказал, это, говорит, единственная была фотография, которую Сталин разрешил сделать. Ну, не кремлевским художником-то. И тот явился и сказал, вот все сделал. Сыграли на чем. Вот так. Походит, походит, и опять туда. Ну, с сегодняшнего дня два яйца. Вчера залез, там породистые наверху голуби. Как под одной голубкой оказалось 4 яйца, у них обычно 2. Подошел, 2 яйца уже разбиты, вывелись они. Клювы шевелятся, все, оно холодное. Голубей нету где-то. А куда они делись? Не ястреб уже утащил их. А сегодня пришел, вчера уже вечером, все мертвые. 4 яйца. Тайна какая. И они прямо лежат свеженькие, ну прям хорошенькие, все белые, погибшие. Родители в дух бросили или с родителями что-то случилось, не знаю. Вот такое, чтобы в зеркале голубь ворковал и нападал, это тоже не на каждом шагу встретишь. Дикие, нигде этого не будет. Это в комнате, это дикарь. Мое расположение больше сейчас к дикарям склоняется. Они не болеют, возиться с ними не надо. Они хорошо воркуют, вот, быстро плодятся. Вот это вот два выводка уже прошло у них. Третий выводок она села. Ну, а она сидит, ее тронуть нельзя. Ну-ка, Володя, возьми-ка, я посвящу туда, это пока покажу. Это Пасха все-таки, это такой момент. Так, на, не урони, на воду особенно. Сейчас потихоньку подойди, а он сидит, он маленький, на него не наступи тут. О, ну-ка, видно, нет? Видно. Вот посмотри, сейчас я попробую ее шевельнуть. Нет, это никак, надо другой рукой. Ну, мне посмотреть-то дай. Видно два? Да-да, видно, видно. Она яйца разобьет. Ну, что тут такая сердитая? Любящая мать, вот видно у ней. Ножка красная, это я их так здесь кольцую. Вот и все. Вот я все веду с земли, когда, в какой момент кормить начинают. Это у меня запись идет. Эти самые естественные, так именно в природе. Их называют дикари, но они около людей живут. По-настоящему дикари, это в лесу. Видите не эти. Ну все тогда. Голубей показали, вон он где, наверху сидит. Он пытается сегодня к ней подойти и ее за нос потаскать, это когда они любят друг друга, и она бьется туда. Все, выключай, посмотри, покажи. О, упал.